Всем привет и здравствуйте! Я решила сделать свой собственный домашний уксус. Делать его буду из черной смородины. Нам нужно всего лишь 3 ингредиента. Это черная смородина, которую я не помыла, а просто оборвала почти все веточки. Понадобится вода и сахар, который я уже растворила в этой воде, вскипятила и остудила. Еще я добавила несколько листиков смородины, но это просто для запаха. Все, что нужно сделать, это пересыпать смородину в банку. У меня баночка 2-литровая, но это самая большая, которую я смогла найти. Вот попадаются листики, ничего страшного, все равно мы это все потом будем отжимать и процеживать. Теперь смородину нужно перебить блендером. Не знаю, будет ли вам видно, надеюсь, что будет. И залить туда сладкую охлажденную воду. Я добавлю туда еще и листья. Обратите внимание, что смородину мыть не нужно и даже нельзя, чтобы не смыть натуральные дрожжи. За счет них она будет сначала бродить, а потом скиснет. И получится обалденный черно-смородиновый домашний уксус. Встречаемся через неделю. Всем пока! Ну вот, ребята, смотрите, значит, мой малиновый уксус. К сожалению, я смородиновый уксус уже процедила и забыла снять. Значит, что я делаю? И в малиновый, и в смородиновый уксус я добавила листья мяты. В смородиновый добавила смородиновые листья еще для запаха. В малиновый еще добавила немножко малиновых листьев, чтобы был более сильный запах. И что теперь делаю? Во-первых, я 7 дней мешала оба, прямо в банке перемешивала в день 2 раза. И потом оставила на 7 недель. Вот посмотрите, значит, видите, да? Уже ягоды оседают, вы видите. Сейчас я их сниму ложечкой, процежу. И потом вот такой трубочкой сольем самую эту прозрачную часть без осадка. Налью в бутылочку от вина. У меня, к сожалению, нет бутылок. Уже как бы все у меня использовано, ушло в дело. Ну вот, смотрите, там еще идут пузырьки. Он еще как бы бродит. Я не знаю, может быть, нужно еще оставить. Ну, я думаю, что вот эту часть, вот эту вот верхнюю мезгу я, конечно, солью уже. А процеживать буду вот так вот через фильтр. Сейчас покажу вам. А процеживать буду вот так через кофейный фильтр. Сейчас поставлю на стол, потому что у меня стол немножечко пониже, мне там удобнее. Вот и все дела. Потом, если эти ягодки попадут, конечно, в трубочку, они там застрянут, поэтому постараюсь снять как можно больше вот этих вот мезги. И все равно даже чистую часть потом буду процеживать через фильтр. Не сразу в бутылку, а через фильтр. Не знаю, посмотрим, что получится. Ну, вот так вот. Вот такие дела. Сейчас попробую. Ой, кислятина. Слушайте. Кисло-кисло прямо. Ну, нет, надо, чтобы... А, чтобы не шапнуло. Конечно, не будет. Ура! Вот, видите, вот туда льется. Ну, а это я... процедила и разлила уксус. Вот это малиновый, а это черно-смородиновый. Вот такие дела.